Одинцовские активисты «Единой России» проверили качество заливки катков на территории муниципалитета. Инспекция прошла в рамках проекта «Городская среда» у дома номер 24 по улице Вокзальная, а также у домов номер 93 и 97 по Можайскому шоссе. Все катки в Одинцовском округе залиты и пользуются большим спросом не только у молодежи, но и у взрослых любителей дворового хоккея, отметил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев. Всего в муниципалитете открыто 55 ледовых катков.